Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать назад на трассу «Крепость Грозная» в столице Чеченской Республики. В городе Грозное, который празднует в эти выходные день города, 206-й день рождения. 8-й финальный этап G-Drive SMP RSKG Touring, наша спринтерская серия, чемпионат и кубок страны по шоссейным автомобильным гонкам. Для вас работает на этой трансляции, как на всех предыдущих, ваш комментатор Антон Ширяев, помогает мне корреспондент Кирилл Качнов. И нас с вами ждет самый главный, наверное, заезд этого уикенда. Вторая гонка в классах SMP TCR Россия и Super Production, королевский класс, борьба Лукойл Racing Team против СТК Тейф Моторспорт, Владимира Ратоева против Михаила Симонова. Наш календарь. Мы начинали в Грозном в первой половине апреля и в начале октября возвращаемся на гостеприимную чеченскую землю. Все классы максимум прошли 7 этапов по ходу сезона, то есть ни у кого не было 8, бывало и меньше 7, но не больше. Мы с вами смотрим лучшие моменты вчерашнего гоночного заезда. Старт Александр Смоллер проспал, атакует его сразу же Михаил Симонов. Владимир Ратоев свою первую позицию захватил, укрепил и оторвался, доехал до большого шлема. Смоллер, казалось бы, что уже смог пройти Симонова, отбился от его атак, но все-таки смог затем Михаил вырваться вперед, после того, как снесло несколько Александра Смоллера. Долго Смоллер прессинговал Симонова, переживая здесь мама Владимира Тоева за гонщиков Лукойл Рейсинг СМП Тим. И в итоге очень позднее торможение, дайв-бомб, крестит здесь Симонов. Смоллер слегка с ним сударяется в задний бампер. Судьи решили, что это гоночный инцидент. До позднего вечера рассматривали все записи с камер, телеметрию. Смотрели, собственно, что же. Был ли там какой-то злой умысел, кто в этом во всем виноват. Посчитали, что не виноват никто. Дубль у Лукойл Рейсинг СМП Тим. Атоев выигрывает, Смоллер второй. Симонов третий. Атоев из 21 балла отыгрывает 16. 5 баллов между гонщиком из Ростова-на-Дону и гонщиком из Южно-Сахалинска. Лукойл Рейсинг СМП Тим досрочно по итогу вчерашней гонки завоевывает титул в командном зачете второй раз подряд. Евгений Малиновский был очень доволен. Ну а в категории Супер Продакшн уверенно выиграл Кирилл Ладыгин, лидировал от старта до финиша. Роман Голиков неожиданно для всех и для себя в том числе смог дотащить шины до самого конца и в итоге стал вторым. Третий Владимир Шейн. Подъезжал в конце Шейн, к ним ко всем подъезжал Максим Архангельский, но в итоге все-таки Голиков отбился. Здесь мы видим Борис Романович Ротенбек, президент Российской автомобильной федерации, Гений Мейтес. В прошлом сам пилот и призер, и победитель гонок в классе Super Production, вице-президент РАФ Максим Хоч Басов, руководитель СМП Рейсинг, ну и также Махмад Исаевич Ахмадов, сенатор Российской Федерации и глава Федерации автомобильного спорта Чеченской Республики. Королевский класс, потрясающая борьба. На первом ряду стартового поля Артем Слуцкий. Видим его машину под 98 номером. И рядом с ним Дмитрий Брагин. Я думаю, что Дмитрий Брагин будет, конечно, работать на своего ученика и напарника по СТК Тейф Моторспорт Михаила Симонова. На втором ряду Захар Слуцкий. Брат Артема. Он выступает на Audi R3 LMS. И рядом с ним Павел Климанович. Третий ряд Егор Санин и Кирилл Смаль. И Смаль лучший из гонщиков Лукойла. Я думаю, что он будет сдерживать, стараться всех позади себя, чтобы как раз-таки Атоев смог прорваться. Четвертый ряд Иван Чубаров и Михаил Симонов. Вот как раз-таки Симонова Смали должен сдержать. Далее Смоллер и Атоев и Максим Туреев на 11-й позиции. Здесь нужно сказать, что 5 очков – это достаточно много. У нас более короткая дистанция, у нас 17 кругов, а не 20. Поэтому у нас не 30 баллов за победу, а 25. И 5 очков – это, например, разница между первым и вторым местом. Ну, сложно представить, да, что с 8-го и 10-го места Симонов и Атоев доберутся до 2-го и 1-го. Но что нам интересно, что 5 очков – это 11-я позиция. Поэтому при сходе Симонова, если, например, произойдет его столкновение с Кириллом Смалем или с кем-то еще, при исходе Симонова, даже если просто доберется до финиша Атоев, он чемпион. У него 4 победы против 2 у Михаила и равенство очков в пользу Владимира Атоева. В остальном же ситуация для Владимира не очень приятная, потому что, например, он может быть 4-м, да, а Симонову хватит... Вернее, Симонову нужно быть выше 8-го места, на 7-й позиции. Если, например, 6-й Атоев, то Симонову хватит 10-го места. Поэтому, действительно, Владимиру Атоеву сегодня нужно прыгать выше головы, нужно прорываться, набирать очень много очков и надеяться, что у Симонова что-то пойдет не так. А у Симонова в целом темп очень хороший. И, да, медленнее и в квалификации, и в гонке был гонщик из Сызрани, чем пилот из Ростова-на-Дону, но не настолько сильный, как многие могли подумать. План трассы «Крепость Грозная».
арена финального этапа G-Drive SMP RSPG Touring. Напомню, что чемпионат России у нас разыгрывается в классе TCR Россия и в классе Super Production у нас Кубок России по автогонкам. Если панорама трассы 3 км 86 метров, Михаил Георгиевич Горбачев, чемпион Советского Союза, 80-го года ее автор, 10 поворотов, все очень разные, все очень интересные. Скоростной достаточно второй сектор, очень затычный такой пилотажный третий сектор. Как раз с Владимиром Матоевым, с одним из претендентов на титул, мы и поговорим. Кириллу Качнову слово. Мы на стартовой решетке рядом с автомобилем Владимира Матоева. Владимир, какое ощущение сейчас преобладает? Ощущение ответственности перед командой, серьезности вызова или наоборот, близости успеха того, что чемпионский титул может быть на расстоянии вытянутой руки? Конечно же, перед командой обязательства во многом выполнены. Вчера мы взяли командный титул, а сейчас такое приятное ожидание интересной схватки, финальной схватки сезона, из которой надо выйти чемпионом. Этот человек в этом году выиграл больше гонок, чем кто-либо из его соперников. 4. Но главная победа этого года, вполне возможно, ждет этого пилота через полчаса. Спасибо большое. Турнирная таблица. 267 очков у Симонова, 262 у Атоева. 5 баллов между ними. Смоллер лишился даже математических шансов на титул. В теории он может еще стать серебряным призером, да, если выиграет гонку, а Владимир Атоев сойдет. И Иван Чубаров также у нас уже не может догнать гарантированным Смойером. Ну и поговорив с Владимиром Атоевым, мы теперь, конечно же, пообщаемся и с лидером сезона, дебютантом, напомните себя, Россия, Михаилом Симоновым. Мы рядом с автомобилем Михаила Симонова. Михаил, какой подход к этой гонке? Осмотрительность, все время внимание на зеркала, где соперники, в том числе главный соперник в борьбе за чемпионство, или агрессия, не оглядываясь назад, двигаться вперед и отыгрывать позиции? Получать удовольствие. И все. Я счастлив, что я нахожусь в Туринге, это была моя мечта. Я счастлив, что я борюсь за чемпионство. Я сделаю все, чтобы стать чемпионами, потому что команда у нас самое лучшее, потому что это их заслуга, то, что я еду так быстро. Благодаря тому, что машина едет быстро, я этим правильно пользуюсь и показываю результат. Комментарий излишний, остается только пожелать удачи обоим претендентам на титул чемпиона России. Если Владимир Атоев станет чемпионом, это будет первый чемпион для Лукойл Рейсинг Тим в личном зачете с 2015 года с титула Алексея Рубикова. Если Михаил Симонов станет чемпионом, это будет первый дебютант, который в первый же свой сезон в TCR России станет чемпионом с 2016 года, с первого титула Дмитрия Брагина. Если Симонов станет чемпионом, а станет первым с 2016 года, кто подряд берет Touring Light и TCR Россия, опять-таки, после своего учителя Дмитрия Брагина. Ну и не будем забывать про этих двух джентльменов, еще пара ученик и учитель. Владимир Шишенин и Кирилл Ладыгин. Ладыгин лидирует с преимуществом 10 баллов над Шишениным. На стартовой решетке Шишенин 5, Ладыгин 7. Также один за другим они находятся. Посмотрим, гонка будет интересная. Вчера проблемы, конечно, были с резиной, и к концу темпа у Лад упал сильно, но у Honda Civic Романа Голикова еще сильнее. Тем не менее, первое и третье место Ладыгин победил, Шишенин был третьим, поэтому в целом, сегодня, мне кажется, есть неплохие возможности прорваться. Максим Архангельский, Иван Овсиенко. Два пилота Софит Рейсинг Тим стартуют с первого ряда. Андрей Петухов и Леонид Панфилов. Андрей из команды Ликар, Леонид из команды Лада Спорт Роснефть на втором ряду. Шишенин, лидер команды Ликар, на пятой позиции. Шестой Роман Голиков, Нива Моторспорт, Хонда Сивик. Седьмой Ладыгин, Лада Спорт Роснефть. Артемий Мельников, третья Субару нижегородской команды на восьмом месте. Александр Гармаш на девятом месте на своем Volkswagen Scirocco. Отмечу, что колоссальный прогресс показали пилоты Софит Рейсинг Тим по ходу этого уикенда. Если сравнивать с их временами, которые были весной, когда они дебютировали в СМП и РСКГ, то около секунды они сами у себя отыграли. Поэтому видно, насколько лучше работают с резиной и Subaru. В конце прошлой гонки, да, вчерашнего заезда, разница в темпе дельта была просто колоссальная у Subaru и у переднеприводных автомобилей. Поэтому я думаю, что если они сейчас не устроят глупости, то у Ивана Овсиенко, Максима Архангельского есть хорошие шансы вновь порадовать Дмитрия Лебедева. Если не дублем, то, по крайней мере, подиум, а может быть и победой. Впрочем, для Софит Рейсинг Тим трасса «Крепость Грозная» часто была непростой.
Уезжают у нас пилоты на прогревочный круг. И напомню вам, друзья, что самый успешный пилот в истории трассы «Крепость» в Грозное — это Дмитрий Брагин. 7 раз он здесь побеждал в классе TCR Россия. 3 победы у Кирилла Ладыгина, 2 у Клима Гаврилова. У всех остальных по одной победе. Мультипобедителей больше нет. А то Симонов, у них есть виктории на счету, поэтому если вдруг кто-то из них выиграет, они станут мультипобедителями. Победы есть также у Ивана Чубарова, у Павла Климановича, из тех, кто сейчас выступает в чемпионате. Супер продакшн, самый успешный гонщик, это руководитель «Лады Спорт» Владислав Михайлович Незванкин. 5 побед у него здесь. У Чернева, Митяева, Петухова и Шишенина по 2. Так что если Владимир выиграет, он выйдет на второе место. Традиционно здесь у нас пилоты других классов. Спотер, инженер, руководитель команд собираются на холме, вокруг которых эта трасса делает изгиб первых-вторых поворотов и наблюдают за баталиями. Мама Владимира Тови, естественно, переживает за него. Гонщик из Ростова-на-Дону. Ростовская область против Самарской. Московская команда против Татарстанской. Видим, что очень легкая машина Захара Слуцкого, но это Audi уже прошлого поколения, и спорное решение. Многие считают, что в паддоке, если неправильно Захар пересел на Audi, сегодня можно доказать обратное. Ну, Артем с реверсивного поула — это заявка на подиум как минимум. Братья Слуцкие 4 раза поднимались на подиум по ходу уикендов. У Захара 2 победы, у Артема 2 места на подиуме. Был 3-м и 2-м, кажется. Сейчас проверю себя. Нет, 2 раза был 2-м. Нужно отметить, что мог еще 1 раз быть на подиуме Артем, но на Егоре Драйв тогда машина его несколько подвела. Уровень масла упал ниже допустимого. Это действительно опасные соперники. Братья Слуцкие очень здорово умеют реализовывать реверсивные высокие стартовые позиции. Отметим, что новые шины, я о них подробно говорил вчера, это те шины, тот состав, что используется на автомобилях категории GT4, они позволяют показать большую скорость на одном круге, но с ними нужно аккуратнее работать. Да, tire management, так называемый, работа с резиной, выходит на первый план. Колесо очень легко убить, и вот как раз братьям Слуцким почему-то эти шины понравились больше. Отметим, что у Александра Смоллера очень хороший, как раз, опыт работы с колесом, и мы это увидели и вчера. Михаил Симонов в конце действительно страдал. На изношенных покрышках у Смоллера был отличный темп. Посмотрим, что будет на этот раз. Так, друзья, все готово к заезду, последнему заезду этого сезона во всем G-Drive, SMP, RSKG, Touring, во всем нашем чемпионате. Ну и последний заезд для классов TCR России Super Production. Сегодня мы узнаем имя чемпиона, обладателя Кубка страны в этих двух категориях. На первом ряду у нас Артем Слуцкий против Дмитрия Брагина. Самый успешный пилот в истории этой трассы в TCR Россия. Зеленый флаг в воздухе. 4 секунды. 3, 2, 1. Мы начинаем вторую гонку на трассе «Крепость Грозная» в классах СМП TCR Россия. Супер продакшн. И Брагин потрясающе стартует. Очень жестко пытается с ним здесь справиться Слуцкий. Но Брагин все-таки выходит вперед. Сзади Климанович с его братом сражается. Берут в коробочку гонщики на стейдж AG Team Петербурга. Климанович уже впереди. Легкий контакт. Атоев, как высоко! И здесь столкновение Смоллера, как мне показалось, с Симоновым. Атоев, невероятный старт. Он нас приучил к реактивным стартам. Но это что-то фантастическое. Он уже за пилотом и на стейдж AG Team за Егором Саниным. При этом Симонова несколько оттеснили. И сейчас пилоты на Hyundai 30N команды Лукойл Рейсинг SMP Team будут, я думаю, что здесь сражаться, сдерживать как-то Симонова. Симонов впереди 2 лад. За ними как раз-таки красно-бело-синяя машина. И какая атака по внешнему! Посмотрите, неужели получится? Что-то фантастическое там просто творит у нас Александр Смоллер. Он по внешнему радиусу в подвале, в шпильке проходит одну из лад. Вот это Смоллер! Да, ему удалось. Он в 7-м повороте внутри. И теперь он между 2 заводскими седанами. Что касается Атоева, то он на хвосте у Егора Санина. Но его не устраивает эта ситуация. Ему нужно прорываться дальше. Брагин лидирует. Отрывается он от Артема Слуцкого. 3-й Павел Климанович. 4-й пока Захар. Но значит, за ним собирается небольшой такой паровозик. Близко к нему и Егор Санин, и Владимир Атоев. Дальше Кирилл Смаль, которого пытается уже прессинговать вовсю Михаил Симонов. И атака Симонова чуть не до контакта доходит, но все-таки не стал здесь упираться прям жестко в задний бампер. Симонов прекрасно понимает, что если он сейчас, не дай бог, сойдет, все. Он отдает титул Атоеву. Мы видим, что машина уже повреждена. Уже есть косметические повреждения на Леон Купра Компетисьон. На такой же машине в прошлом году его учитель Дмитрий Брагин стал 6-кратным чемпионом. Взял титул с первого же раза для нового автомобиля. Брагин пересел на следующую версию Купры
VZ, но она получилась немножечко, может быть, более сложной в плане поиска настроек. У Михаила же полная тетрадка различных сетапов. И действительно, темп на протяжении всего сезона у Симонова очень неплохой. Две победы здесь, в Грозном, а также на Moscow Raceway. Третьи места в Смоленске, в Казани и на Егоре Драйв. Вторые места в Нижнем и также в Казани. У Атоева во время первого визита сюда, в Грозный, было два третьих места. Победы в Смоленске, в Казани и на Егоре Драйв. Еще до третье место в Нижнем. Но мы помним, что на второй горе был сход после контакта с Павлом Кальмановичем и Максимом Туриловым. И тогда в целом очень хороший темп был на петербургской трассе у ростовского гонщика. И я думаю, что потенциально тогда он мог приезжать на подиум также. Итак, Брагин завершает очередной круг. Лучшее время круга уже полторы секунды везет Артему Слуцкому. Кальманович за ним. Дальше все очень плотно. Дальше только вот Смоллер от Чубарова отстает более чем на секунду. Но может быть там машина у Александра повреждена после контактов на старте. Итак, Владимир Атоев на шестой позиции. Он идет сейчас на 12 очков. Михаил Симонов восьмой, он идет на 8. Только 4 балла отыгрывает сейчас Атоев у Симонова. Но если Владимир Атоев сможет сейчас показать лучшее время круга и отберет этот один бонусный балл, то есть отыграет 5 баллов у Симонова, у них будет равенство очков, у Атоева больше побед, и он чемпион. Владимиру Атоеву нужно или сейчас во что бы то ни стало обгонять соперника перед собой Егора Санина, или показывать лучшее время круга. Хотя нет, видим мы, что здесь другой расклад. Здесь у нас 3 очка сейчас между Симоновым и Атоевым, так что только 2 отыгрывает гонщик из Ростова-на-Дону. Но я, честно говоря, сейчас еще раз себя проверю. Да, я посмотрел действительно во вторую гонку. Здесь у нас за 6-ю позицию Владимир получит 10 баллов, а Михаил получит за 8 плюс 8. Так что да, только 2 балла здесь может играть. Суперпродакшн Петухов лидирует, Панфилов второй, Архангельский третий, Шишенин на 4-й позиции, далее Ладыгин, Голиков, Мельников, Сиенко у нас мы видим за пределами, да, он сходит. Интересно, что там случилось. Как-то я настолько сконцентрировался на борьбе в старшей категории, что совершенно ее пропустил. Но, впрочем, Максим Архангельский у нас идет в зоне подиума. За собой собирает такой небольшой паровозик. Но, может быть, Дмитрий Лебедев, инженер и тренер команды Sofit Racing Team, сделал ставку на вторую часть дистанции. Понимает, что в конце у него машина и так будет иметь преимущество по шине. Возможно, специально ставка сделана на вторую часть дистанции. Сейчас у Архангельского не самая лучшая ситуация с шинами. Атакует его, и как легко здесь Ладыгин с ним поравнялся. Посмотрим, хватит ли здесь Максу места внутри. Да, обгон не проходит, Архангельский возвращает себе позицию. Так вот, если ставку сознательно сделали на вторую часть дистанции, то там разница в темпе должна быть просто огромная. Но нет, все-таки посмотрите, завозит здесь Макса. Так довольно жестко. Кирилл Сергеевич пускает его вперед. И Шишенин за пределами трассы. Прокол! Прокол у Владимира Шишенина, мне показалось. Я не знаю, только это стало следствием какого-то контакта с кем-то из соперников. Или просто здесь колесо сошло с обода. Давайте посмотрим. Вот они здесь. Вот я не понимаю, здесь был. Вот видите, сразу левое переднее колесо разулось, разбортировалось. То ли там был все-таки небольшой контакт между Владимиром и Кириллом, то ли какие-то, может быть, другие причины у этой ситуации. Но на этом, по большому счету, борьба за титул для Владимира Шишенина заканчивается. Пока не поддается ему класс суперпродакшн. Да, то его нужно на самом деле обгонять Санина во что бы ни стало, еще и желательно лучшее время круга показывать. Если бы сейчас была бы первая гонка, там больше очков и больше разницы, там бы действительно Атоеву хватило бы лучше времени круга. Здесь же нет, здесь же нужно отрываться, прорываться. Если он выйдет на 5-е место, то на самом деле всего на 1 балл больше будет. То есть разница будет 3 очка, все равно этого мало. То есть Атоеву нужно обгонять и Санина, и Захара Слуцкого. И если в этой ситуации он выйдет на 4-ю позицию, то он уберет 13 очков, и это как раз будет 5 очков разницы с 8-м местом Михаила Симонова. Чубаров там не так и далеко за Симоновым, но в целом он подъехал к гонщику из Соединения, там сзади подъезжает и Смоллер. Ему до Чубы уже 176 тысячных, а было, напомню, секунды и 2 в какой-то момент. А в целом, если в конце заезда действительно лучше себя будет чувствовать покрышками машины Александра Смоллера, он может довольно оперативно прорваться. Иван Чубаров говорил мне перед стартом первой гонки, что Lada Vesta TCR New Generation в целом довольно требовательно к колесу, довольно его сильно расходуют. И на новых шинах есть ощущение, что все будет еще хуже для желтой подводной лодки. Поэтому держим в голове, что темп у Чубарова может к концу заезда падать сильно. С другой стороны, вчера Иван приехал на 4-й позиции, не так и много, в общем, уступил. И действительно показал очень неплохой гоночный темп. Ему удалось сберечь колесо до конца заезда.
видим мы сейчас задний бампер Audi расстреливаемое второго поколения Егора Санина. Тем временем в боксах у нас здесь Владимир Шишенин. И видим мы даже подкрылок там поврежден, приходится его сейчас еще отрывать, так что очень много времени будет потеряно. Пока Петухов, Панфилов, Ладыгин, Голиков прошел. Артемий Мельников. Голиков на четвертой позиции. Далее Артемий Мельников, Максим Архангельский и Гармаш. Александр на седьмой позиции. Но нет, Гармаш тоже проходит Архангельский. Возможно, у Максима там какие-то повреждения после прыжков за пределами трассы. Но Ладыгин действовал там жестко. Но опять, после той ситуации вот с проколом, с решением, даже какой-то штраф Кириллу дадут за эту ситуацию, да, например, не за выдавливание соперника 15 секунд, то какая разница? Все равно был впереди Шишенина, а там Шишенину нужно было отыгрываться. И в целом все в руках Кирилла Сергеевича. Напомню, что Ладыгин дебютирует в классе суперпродакшн. В этом году он никогда в нем до этого не выступал. У него есть два титула в TCR, у него есть третье место, второе место в TCR. У него есть два титула в Lada Revolution. В Европе очень много выступал. Но суперпродакшн для него новая техника. В Грозном был очень непростой первый этап. Шишенин тогда две победы держал, и казалось, что все, теперь уже доведет дело до победы, просто будет в сезоне, будет контролировать этот отрыв. Но затем Ладыгин выиграет две гонки в Смоленске. И в целом потом разные проблемы случались с Шишениным, например, с тормозами. Ой, за пределами трассы здесь, посмотрите, похоже, Шишенин опять. Да, он вернулся в гонку, но ровно в тот момент он выезжал из питлейна, когда весь пелетон класса TCR Россия здесь проезжал мимо него, и он просто вынужден был уехать в гравий, чтобы не помешать в борьбе за высокие места. Пелетон в TCR тем временем растянулся. Брагин улетел от Слуцкого на 3-4. Климанович 4 десятки уступает петербуржцу, но пройти его не может. У них одинаковые i30N. Захар продолжает сдерживать Санина. Там Атоев. К ним не подъезжает Смайль, от которого, в свою очередь, уже сильно достаточно отстал Максим. Михаил Симонов. Да, Максим – это его отец и призер бронзовой класса суперпродакшн как раз. То, как я говорил, нужно проходить их обоих. И Егора Санина, и Захара Слуцкого. Смаль свою работу сделал, Симонова сдержал, от него оторвался. Может быть, в какой-то момент Евгений Малиновский даст команду Смалю специально замедлиться, чтобы попробовать оттормозить Симонова, чтобы к нему сзади подъехали Чубаров и Смойер и попробовали ему там навязать какую-то борьбу. Александр пока не может пройти Ивана. Максим Турев там тоже недалеко. И пока в целом мы видим, что Лада держит темп. Хотя у нас уже половина дистанции, по сути, совсем скоро останется позади. В середине следующего круга. В квалификации Максим Туриев на самом деле показал какой-то круг, который его выводил на седьмое место. То есть темп на одном круге у нижегородца был. Но затем этот круг был аннулирован, и он оказался вне десятки пилотов, которые меняются местами по реверсу. Поэтому обе гонки вынуждены прорываться. Ну а, соответственно, благодаря этому Артем Слуцкий у нас и попал на реверсивный пол. Но в гонке мы видим, что пока темп у Артема весьма неплохой. Ладыгин на третьей позиции, Голиков рядом с ним. От Панфилова уже отстал Кирилл на 3,6. Андрей Петухов в первой гонке вчера в рамках этого этапа сошел. Технические проблемы возникли на его ладе весит 1,6Т. Панфилов близко к нему, но пока каких-то серьезных попыток атаковать его не предпринимает. Архангельский потихонечку возвращается. Он прошел Артемия Мельникова, которого в свою очередь также прошел Александр Гармаш. Максим сейчас на пятой позиции. Давайте посмотрим старт. Как же у нас там Атоев так много позиций отыграл? Вот первичный это рывок у Атоева не был каким-то невероятным. Затем Владимир уходит внутрь. Равняется здесь Симонов. Симонов, да, упирается. Вот в чем дело. Симонов упирается в Кирилла Смаля. Смаль чуть подсбрасывает, и Атоев спокойно их проезжает снаружи. Затем уже контакт между Смолером и Симоновым произошел. Брагин среагировал гораздо лучше. Сразу пошел его закрывать Слуцкий, но было слишком поздно, ему это сделать не удалось. То же самое Захар пытался сделать с Климановичем, и оба брата в итоге соперников пустили вперед. Да, вот как раз видите, Смаль чуть сбрасывает, в него упирается, тыкается Симонов. И по внешнему радиусу во втором повороте уже его опережает, вперед выходит Владимир Атоев. И посмотрим, что же там. Вот мы как раз видим, что Атоев за всем этим наблюдает. Позиционирует машину внутри, равняется Симоновым. Несколько контактов между Кириллом и Михаилом. И Атоев их проходит снаружи.
А, так на самом деле здесь совершенно Александр Смоллер был ни при чем. Это Смоллер боролся бок о бок у нас с Симоновым. И Симонов отлетел Смоллера. Вот в чем дело. Так что Александр здесь вообще ни при чем. Он жертва этой борьбы. Ну и мы видим сейчас коптера повтор момент, когда сначала Максима Архангельского выдавили за пределы трассы. Ну или можно сказать, что он сам, да, слишком много скорости нес в поворот. Это уже судим решать. И затем тут же разулась машина у... А тем временем атака! Атакует здесь, посмотрите, Владимир Атоев, Егора Санина. Бок о бок они. Следующие три поворота будут в пользу гонщика из Ульяновска. Но нет, смог одну позицию еще отыграть Владимир Атоев. Он смог пройти Егора Санина. Это очень важно для него. Владимир Атоев выходит на пятую позицию. Таким образом, он сейчас набирает 11 очков. Михаил Симонов набирает на восьмом месте 8 баллов. 3 очка отыгрывает у Симонова Атоев. Это все еще слишком мало. Ему нужно еще одну позицию отыграть. Ему нужно пройти во что бы то ни стало Захара Слуцкого, чтобы выйти на четвертую позицию, за которую еще 2 балла дополнительно можно получить. И вот тогда он станет чемпионом. Владимир Атоев от титула сейчас отделяет один обгон. И это Захар Слуцкий на Audi RS3 прошлого поколения. По идее, машина, которая разводит колесо более агрессивно, чем современные автомобили. Там более простая схема задней подвески. Там, в общем, двигатель стоит примерно на стандартных местах. Какой же поздний дайв-бомб. Как же они это делают? Что Смоллер вчера, что Атоев. Ну да, здесь смело было. Чуть-чуть такая небольшая борьба бортами. Мне кажется, что это кузовные гонки. Это вполне допустимо. И обратите внимание, да, что двумя ногами работает Атоев. Да, по формульному, то есть левой ногой тормозит, правой ногой нажимают на газ. Да. На поле в этих машинах сцепление нужно только для старта, специальная коробка передач. И очень-очень в этом смысле здорово здесь было видно, как именно Атоев работает педалями. Hyundai Elantra отличается тем, что очень сильно назад смещен сам пилот, и Атоев выступает на Elantra именно потому, что высокий молодой человек. Вот видите, то, о чем я говорю. 2 очка сейчас Атоев проигрывает Михаилу Симонову. Если Владимир Атоев сможет пройти сейчас Захара Слуцкого, он станет чемпионом. Но мы видим, что в это время Михаил Симонов подтягивается сзади к Кириллу Смалю. Симонов тоже все прекрасно понимает, ему об этом сообщают. Если сейчас ему удастся пройти Кирилла, но посмотрите, тем временем очень интересная борьба у Александра Смоллера с гонщиками Лада. Казалось, что Смоллер уже прошел Ивана Чубара, он там и Турифу стал прессинговать. Так вот, если Симонов Смоллер пройдет, то даже в случае, если совершит свой обгон Атоев и сможет обогнать Захара Слуцкого, это ничего не изменит, и титул уйдет пилоту СТК Тайф Моторспорт. Но я думаю, что вот как раз та самая, возможно, тактика, о которой я говорил, что Смоллер стал специально несколько сдерживать Симонова, чтобы сзади потянулся Чубаров, потянулся Александр Смоллер, да, и они начали прессинговать Симонова. Может быть, в этом дело. С другой стороны, посмотрите, зазор появился, да, между Кириллом и Михаилом. Так, здесь проходит Громоша. Пугающий был план. Я подумал, что там что-то уже с одной из желтых машин не так. Так вот, если сейчас действительно смогут подтянуться к Михаилу Симонову 3 пилота позади него, и кто-то из них его пройдет, то давайте посмотрим, что у нас так. За 9 место на 1 балл всего лишь меньше. То есть, если, например, Чубаров проходит Симонова, то все равно Симонов является чемпионом. А вот если и Чубаров, и Александр Смоллер Симонова пройдут, тогда даже этой текущей позиции хватит Владимиру Атоеву для титула. Вообще, в идеале, конечно же, Владимиру нужно обгонять Захара. Надеяться, что, опять-таки, кто-то из соперников Михаила сможет его пройти. Может быть, это я стал говорить о том, что мы видели опять, как зазор появился между Кириллом Смалем и Михаилом Симоновым. Может быть, это означает, что как раз-таки потихонечку начинают уже шины уходить на Леон Купра Компетисьон. В то время как соперников они себя чувствуют лучше, прежде всего, от 30. Вновь мы мчимся по трассе в 7-м повороте с Владимиром Атоевым. Очень интересная дуга с переменным радиусом. Затем мы сразу из нее выходим. Буквально чуть-чуть мы держим руль прямо и начинаем заходить в эски. Смотрите, какая аккуратная работа рулем у гонщика из Ростова-на-Дону. И что это? Это круговые. Захар уже позади, посмотрите. Захар Слуцкий уже позади. Владимир Атоев смог пройти Захара Слуцкого. И сейчас, если все завершится, как идет, Владимир Атоев станет чемпионом России 2024 года в классе TCR России. Да, действительно, мы видим, что Санин также смог пройти Захара Слуцкого. Смаль там сдерживает изо всех сил Михаила Симонова. Они подъезжают к Захару. Если у Захара уйдут шины, то Симонов его съест. И тогда опять все будет в пользу
гонщик из ТКТ Хондарспорт. А то и свое дело сделал. Он прорвался в четвертую позицию. Там пропасть до Климановича и Артема Слуцкого. Только какие-то проблемы у них могут от этого помочь. Им нужно сейчас отрываться от Санина. И ему нужно сейчас надеяться на Кирилла Смали и Захара Слуцкого. Сейчас Кирилл Смали тот человек, от которого во многом зависит титул Владимира Атоева. Гонщик из Свердловской области, из маленького городка Арамиль, должен задержать. И посмотрите, он буквально останавливается в подвале, чтобы подставить Симонова под огонь атак Ивана Чубарова. Они уже разыгрывали это в Лукойл Рейсинг Тим в свое время, когда как раз братья Слуцкие выступали вместе с Егором Оруджевым. И также здесь, на финале, в Грозном, сдерживал один из братьев, по-моему, Дмитрия Брагина, чтобы сзади подъехал Егор Оруджев. Подобную тактику использовали и в самой команде СТКТ Мотор-спорт, когда Павел Климанович, да, когда была общая командная заявка у нас Stage AG Team и СТКТ Мотор-спорт, Павел Климанович также работал на Брагина, сдерживал соперников. Это нормальная тактика, это допустимо, это маленькие гоночные хитрости, что называется. Как раз-таки проще всего в повороте ты в какой-то момент газ приподнимаешь. Так, а что здесь у нас? Брагин, похоже, убил шины. Посмотрите, у Брагина нет темпа. Его догоняет Артем Слуцкий. Тут же Павел Климанович. Сейчас на самом деле эти трое могут строить какое-нибудь столкновение, которое полностью переиграет все карты, всю нашу схему, которую мы с вами разбирали и выстраивали. Так, что у нас здесь происходит тем временем? В трио ничего не изменилось. Лады по-прежнему между ними, две лады между ними. Александр Смоллер, Симонов тоже не может прорваться. Да, то, о чем мы говорили, проблемы, я говорил на прошлом. Итак, посмотрите, простите, друзья, не могу договорить свою мысль, потому что Павел Климанович по внешнему радиусу невероятно совершенно атакует здесь Артема Слуцкого. Он попробовал исполнить Александра Смоллера, но не прошел этот маневр. Здесь мы видим, что Атоев не может оторваться, не может. И как бы не сдерживал там Кирилл Смаль Михаила Симонова. Все весьма-весьма непросто для Лукойл Рейсинг СМП Тим. С одной стороны, мы видели, уже были атаки на Симонова со стороны Чубарова. С другой стороны, сам Симонов со всех сторон прессингует здесь гонщика красно-бело-синей команды. Атоев не может оторваться от Санина. В какой-то момент казалось, может быть, сделали ставку на первую часть гонки в плане настроек давления. Вдули больше воздуха в покрышке пилота на Elantra N. И поначалу он действительно здорово смотрелся, прорывался. Но сейчас видно, что Атоев сдерживает своих соперников. Санин его со всех сторон атакует. Если Егор Санин сейчас пройдет Владимира Атоева, то все. То титул уйдет к Михаилу Симонову даже на этой позиции. Не только не смог пройти здесь Чубарова Александр Смоллер, но и с Туриевым там борется. Бок о бок нижегородец и гонщик из Сахалинской области. Каждый раз очень глубоко здесь режут обочину, поднимают просто массу пыли. Вроде бы удалось там перекрестить траектории Александра. Он вышел на внутренний радиус. Следующие четыре поворота были в его пользу. И уже в третьем из них он так немножечко жестко подвинул Туриева. Но посмотрите, Макс не сдается. Они продолжают идти бок о бок. Удивительным образом по внешнему радиусу удается хорошую скорость поддерживать пилоту «Лада Спорта Роснефть». А здесь вновь по внешнему Артем Слуцкий прессингует. Прессингует Дмитрия Брагина. Фантастика. Атоев проигрывает 8 этой троицы. Но я не думаю, что он догонит их за 2,5. Круг, как бы жестко они не боролись, понятно, что сейчас они сходят с идеальной траектории, но Атоев должен прикрываться от Санина. Если бы он, был бы у него хороший темп, чтобы отъехать от Егора, тогда да, тогда еще можно было о чем-то говорить. В конце концов, в такой борьбе можно терять и по 2,5 секунды с круга. Но в этой ситуации Атоеву нужно просто стоять стеной, надеяться, что Смаль не пустит Симонова, может быть, Чубаров даже сможет его пройти. Ну или надеяться, что вот здесь что-то случится, и кто-то из этих пилотов, может быть, сойдет. Потому что дальше у нас шаг 3 очка. И, соответственно, для Атоева, если вдруг, например, кто-то из них сходит, Атоев становится третьим, он получает не 13, а 16, а вот Симонов-то получит всего на 1 балл больше. Поэтому сход кого-то из группы лидеров в пользу Владимира Атоева. Даже при прочих равных он будет проще. Контакт между ними! Пытается здесь паровозом пролезть Павел Климанович, борется с Артемом Слуцким. Явно у Брагина шины кончились. Две Hyundai 37 сражаются между собой. Павел сейчас, я думаю, выйдет вперед. Следующий поворот очень быстрый будет в его пользу. Я думаю, что Артем постарается здесь как можно больше скорости пронести. Но проблема-то в том, что в подвале шпильки тоже более выгодная траектория будет у гонщика. И на Stage AG Team перекрещивает здесь Артем и ныряет внутрь в шпильки. Браво! Потрясающий маневр петербуржца. Брагин там просто останавливается, упирается в него Артем. По внешнему пытался с ним что-то здесь сделать Климанович.
Да, мы видим, что отстают. При этом Анатольев очень сильно отстает от троицы. Они сражаются просто невероятно. Но 80 секунды было проиграно. Посмотрите, у Брагина просто нет темпа в левых поворотах. Его выносит широко. Кальманович ныряет внутрь. Павел Кальманович в седьмом повороте. Проходит Дмитрий Брагин и выходит в лидеры этой гонки. Артем Слуцкий тоже здесь довольно агрессивно действует. Режет глубоко. Очень хороший импульс проносит через шпильку, через эску. Простите, сейчас будет ныряет. Внутрь ныряет. Да, у Брагина не поворачивает машина. Сможет ли здесь, может быть, Брагин лучше разогнаться из поворота? Нет. Шины кончились у Дмитрия Брагина, я полагаю, друзья. Финальный круг этой гонки. Павел Кальманович начинает лидером. Слуцкий второй, далее Брагин. Ждем далее всю группу лидеров. Атоев продолжает сдерживать Санина. Далее у нас Захар Слуцкий, Кирилл Смаль и Симонов. Там все без изменений. Пока по ситуации до начала последнего круга чемпионом может стать Атоев. Но посмотрите, он отбивается. Ему очень тяжело. Действительно, я думаю, что сделали ставку по шинам на первую часть гонки. Сейчас у Атоева просто нет темпа. А там Симонов атакует Смаля в первом, во втором повороте. И проходит, да, он затолкал Кирилла Смаля. Кирилл Смаль пустил вперед еще и Чубарова. Здесь Санин ошибся, пустил вперед Захара Слуцкого. Но уже не важно, свой обгон совершил. Самый главный обгон Михаил Симонов. Он одну позицию отыграл, и это говорит о том, что сейчас уже он становится чемпионом. Прессингует он Санина, как будто бы копил силы для последней атаки. Вот что здесь делает. Посмотрите, какой невероятный дьявольский план у Брагина. Брагин здесь завозит просто Владимира Атоева. Симонов выходит вперед. Когда Брагин понял, что не выиграл, просто остановился здесь. Всю эту группу собрал. Снаружи подождался, когда его прошел Атоев и завез Атоева широко. И сейчас мы видим, что стал за Симонова, прикрывает его позицию. Таким образом, Егор Санин у нас третий, четвертый Симонов, пятый Брагин. Шестой у нас здесь Иван Чубаров. Далее. Так, а там вообще убили, как я понимаю, да, Владимира Атоева? Так, Кальманович выигрывает, Слуцкий. Второй Санин. Третий, далее Симонов, Брагин, Чубаров, Смаль, Туриев, Захар Слуцкий, Александр Смолер. Да, и, судя по всему, Владимир Атоева, Дмитрий Брагин просто убил. Ну, там, видимо, отправляется в бокс, там все прокол. Ну, если нравятся такие титулы, пожалуйста. Что касается суперпродакшн, то Петухов первый, Панфилов второй, Ладыгин третий. Роман Голиков уже видел финишный флаг, как успели обогнать лидеры. Центр Гармаш очень высоко. На пятой позиции финишировал. Впереди Мельников, Архангельск, выше Шенина. Шенин смог пройти Архангельского. Максима явно после того, что были какие-то серьезные проблемы. Ну и ждем мы здесь лидеров, трех лидеров класса суперпродакшн. Петухова, Панфилова и Ладыгина. На самом деле, даже вот, ну, без маневра Брагина Симонов становился чемпионом. Вот. Но Дмитрий Брагин решил ему помочь. Вот она, потрясающий финиш здесь гонщиков на Вестах 1.6Т. Петухов, Панфилов и Ладыгин. Причем мы видим, что очень близко там было, сколько там... 46-43 тысячные между пилотами, занявшими второе и третье место. Красивые фотографии сделали пилоты. Ладыгин чемпион в классе суперпродакшн, но это стало очевидно, я говорю, после того, как разулось колесо у... Владимира Шишенина. Интересно, конечно, как сейчас Атоев себя поведет. Я думаю, что сейчас надо Дмитрию Брагину не снимать шлем, потому что... большой человек, и удар у него сильный. Ну, надеюсь, что обойдется без рукоприкладства. Но на самом деле, конечно, с точки зрения команды борьбы, Брагин все сделал правильно. Вопрос в том, именно в этом контакте между ними. То есть он собрал пелетон за собой, он занял внутреннюю дорожку, Атоев пошел снаружи, он его завез там, открыв как раз-таки дорогу для Захара Слуцкого, для Симонова, затем вернулся. И вот вопрос именно в контакте между Брагином и Атоевым. Я не думаю, что там Брагин специально как-то мечил в колесо Атоева, но думаю, что... уникальный заезд, который, я думаю, интересно будет посмотреть повтор. Атоев идет встречать Брагина. Борьба. Я думаю, сейчас успокоится, потому что длинный круг почета. Вон. Да, тем более, что мы видим, что лидер у нас уже в закрытом парке, так что просто здесь гуляет, выдыхает. Гонщик из Ростова-на-Дону.
Жалко, вплоть до последнего круга. Потрясающе интересная гонка. В целом очень чистая, красивая, полная замечательной борьбы. И вот эти последние полкруга, конечно, впечатление несколько подпортили от этой гонки и от личного мнения большой части сезона. Вот, как раз-таки подбитая машина нашего чемпиона Михаила Симонова. Первый человек, который выиграл дебютный свой сезон со времен Дмитрия Брагина. И вот все, а Тойф пошел. Тойф пошел. Ну, просто сказал, что он думает. Плюнул еще. Просто. Ну, Лукойл взял титул в командном зачете СТК-Тех Мотороспорт в личном, так что 1-1. Симонов первый. Вот, давайте посмотрим. Вот, Брагин замедляется. Слишком поздно реагирует от Тойфова, по-внешнему атакует Слуцкий. Слуцкий ходит широко. Вот контакт между ними раз, контакт между ними два. Контакт с Слуцким, с Захаром. И все, и мы видим, что после этого уже проколото колесо. Можно сказать, что здесь от Слуцкого проколото. Потому что мы не видим, какое именно колесо проколото у Атоя. Вот глазами Атоя, вот он подъезжает, Брагин. Вот они проходят. Очень рано тормозит Брагин. Атоев ходит снаружи, внутри перекрыто. Снаружи Захар, несколько контактов. Ну, руль вырвало, да, действительно, ну... Да, мы отруливает, и колесо уже, допустим, пробито, потому что смотрите, как здесь едет просто с повернутым в бок рулевым колесом. Ну, Михаил Симонов становится чемпионом. Он свою работу сделал хорошо. Он Кирилла Смали прошел. Он прошел Кирилла Смали, и в целом уже этого хватало ему для того, чтобы стать чемпионом. Вот все, что происходило дальше в шестом повороте, было не нужно совершенно. Вот. Но титул первый для дебютанта 2016 года. И первый с 2016 года, когда человек подряд выигрывает Touring Light и вся Россия. Два раза подряд. Четырехкратный чемпион России, таким образом, у нас Михаил Симонов. Он выигрывает два титула чемпиона страны на льду. Он выигрывает титул чемпиона страны по кольцевым гонкам в Touring Light. Теперь четвертый титул у него здесь и в TCR России в старшей категории. Две победы у Михаила Симонова. Три третьих места в Смоленске, в Казани и на Егоре. И два вторых места в Нижнем и также в Татарстане. И его худший результат – 10-е место в Смоленске во второй гонке. Но в целом 9-й и 8-й он был также на Егоре и на Moscow Race. Но в Грозном он был 5-й, в Нижнем 4-й во второй гонке. То есть действительно очень хорошая стабильность. Там его обнимает его отец, как я понимаю, Максим Симонов. Пилот, который был призером в классе Super Production. По итогам сезона выиграл 5 гонок и много у него подиумов. Санин третий, две позиции отыграл. В общем, пропустил в какой-то момент. Мы не видели этого момента в борьбе с Захаром Слуцким и Атоевым. Атоева вперед. Затем прессинговал всю гонку. И вот воспользовался этой ситуацией в борьбе как раз-таки с Дмитрием Брагиным Атоева. Артем Слуцкий одно место уступил. Мы видели, там была жесткая, интересная борьба. Действительно, в какой-то момент лучше сориентировался Павел Климанович и вышел вперед. И Павел Климанович выиграет эту гонку. Но мы поговорим с чемпионом, с Михаилом Симоновым. Мы рядом с Михаилом Симоновым, который только что получил поздравление от Ивана Чубарова. Мы понимаем, что это противоречивая гонка. Тем не менее, Михаил тоже провел весьма насыщенный заезд. Михаил, что запомнилось из этого заезда и какие эмоции после его окончания? Я видел, что я все проигрывал, ну, наверное, я не знаю, когда Вова уже опередила Слуцкого. И я просто ничего не мог сделать позади Кирилла. Он на 50 метров раньше тормозил, и я даже понаружи и внутри ничего не мог сделать абсолютно. И когда я во втором повороте залез, это была, наверное, последняя моя попытка, чтобы хоть как-то зацепиться за чемпионство. Но когда я увидел своего тренера Дмитрия Александровича, и как он мне всегда говорит, что он всегда рядом, неважно, где он, спереди или сзади, это большое спасибо команде, потому что без них я бы не смог добиться такого статуса в первый дебютный год. Я очень рад, что я оправдал ожидания в этом году. И, ну, теперь можно говорить, семья, эра Симоновых, она точно началась. Будем двигаться дальше. Сердце бьется, я не знаю, что еще сказать. Спасибо всем большое. Михаил Симонов, чемпион России в классе SMP TCR Russia.
Великолепная гонка. Действительно, Смаль, ну, понятно, сделал свою командную работу, сдерживал Симонова. Тот искал возможность пройти Кирилла. В итоге это ему удалось сделать. Уже сам за полкруга до финиша обеспечил себе, по сути, Симонов титул. Затем случилось все то, что случилось в шестом повороте. Видите, собственно, лица всех, эмоции у всех, кроме, собственно, СТК Техмоторспорт. Ну, а мы поговорим с чемпионом в классе суперпродаж, обладателем Кубка России Кирилл Владыгин. А вот так, да? Мы рядом с Кириллом Ладыгиным, который очень много в своей жизни выиграл в разных дисциплинах, на разных уровнях, но Кубка России в суперпродакшене в его коллекции еще нет. Насколько ты рад этому? Или выиграть у Шишенина — это всегда радость? Кирилл, это же дебют мой, можно сказать, в суперпродакшене. Ой, начинающий наш, перспективный спортсмен. Сразу с первого года выиграл суперпродакшен. На самом деле, большое спасибо команде. Много работали, понятно, что были неудачи, были сходы, столкновения. Год такой был, как на волнах, и хорошо, что все так сложилось удачно. Мы еще раз доказали, что мы сильнейшая команда, и еще раз благодарю своих болельщиков, поклонников, кто за нас болеет, и большое вам спасибо. Ты из топового класса попал в эту категорию, то есть многие восприняли как понижение. Как в такой ситуации сохранить мотивацию? Доказать еще раз, что ты способен, что ты можешь выиграть, что ты еще на коне. Обогнать Гармаша, наконец. Ага, смешно. Да-да-да, Саня смеется. Шутка за 300 в качестве очередного поздравления Кириллу Ладыгину с завоеванием титула обладателя Кубка России в классе суперпродакшн. Сильный очень сезон у Ладыгина. Давайте посмотрим, собственно, как же он выступал по ходу этого года. Пятый исход в Грозном, две победы в Смоленске, шестой и второй в Нижнем, два вторых места в Казани, второе место дисквалификации на Егоре, первый десятый на Moscow Raceway. Ну и здесь, собственно, победа и затем уже титул. Брагин пятый показал лучшее время круга. Турнирная таблица. В итоге на 13 баллов Симонов опять золотой. Восмолер третий, Чубаров четвертый. К нему очень близко потянулся Санин. Дмитрий Брагин, хотя поначалу казалось, что в борьбе за титул шестой. 190 баллов у него. Он 90 баллов проиграл своему ученику и напарнику по команде Михаилу Симонову, который действительно провел очень сильный сезон. Но долго искали ключи к настройкам новый Леон Купер Компетицион Визет. Петухов выигрывает здесь на трассе Крепость Грозная. Панфилов второй, Кирилл Ладыгин третий. Так что Ладыгина два подиума в двух гонках. Победа и третье место. Замечательный результат. На высокой ноте заканчивает сезон. Отметим пятое место Александра Гармаша. Замечательный заезд для него. Много позиций отыграно. И Ладыгин стал чемпионом с разницей в 17 очков. Панфилов четвертый. Оказалось, что у Голикова еще могли быть шансы к Панфилу подтянуться. Но после сегодняшнего подиума Леонида он забирает себе очередной свой трофей. И вот мы видим, собственно, борьбу Владимира Тоева и Егора Санина. Легким контактом, но интересно, что по внешнему радиусу смог здесь сохранить хороший импульс Атоев и прошел Егора. Но действительно было видно, что ставка сделана по давлению на первую часть гонки. В конце просто уже не было темпа у ростовчанина, и его прессинговал здесь соперник. Очень красивая борьба между Брагином, Артемом Слуцким и Павлом Климановичем. Жестко. Мы видим, что до контакта в таком кузовном стиле, борт в борт. При этом постоянно это были такие шахматы, когда кто-то из них мог в ситуации воспользоваться и выйти вперед, пройдя сразу обоих. В итоге это удалось сделать Павлу Климановичу, который большую часть гонки был на третьем месте. Долго он прессинговал Артема. Ну и вот, собственно, момент, когда здесь Брагин сдерживает Атоева. Атоеву некуда деваться. Раз контакт, два контакта еще снаружи от Захара получает. И вперед у нас выходит Михаил Симонов. И действительно видно, что в этот момент Симонов находится впереди Hyundai 37 номером. То есть впереди Кирилла Смаля. Так что даже без всей этой ситуации Михаил Симонов становился чемпионом. Он сам на первом секторе выиграл это место у Кирилла Смали, обеспечил себе титул. Ну, а дальше происходило то, что происходило. Я думаю, что судьи свое мнение по поводу всего этого выскажут. Ну, и мы как-то забыли за всеми этими эмоциями Павла Климановича, который, на самом деле, сам, мы видим, что особых эмоций здесь не показывал. Хорошая, классная гонка, победа. Для Павла сезон был, не сказать, что очень ровный. Были и два схода у него, были и всевозможные сложности, но это его вторая победа. Причем подряд на двух этапах он выигрывает вторые гонки. Было второе место также здесь в Грозном. Действительно, было здорово. И
наверное, сезон не сбывшихся надежд, не реализованных возможностей для Кальмановича. Ну и эмоции южного парня. Вице-чемпион 2024 года, пилот SMP Racing и Лукойл Racing SMP Team Владимир Атоев. Ну, теперь у Дмитрия Брагина появился заклятый соперник в нашем чемпионате. Впрочем, сколько таких было в прошлом? Видим мы панораму трассы «Крепость Грозно». Последний раз по ходу сегодняшнего гоночного дня. Дальше нас ждут уже марафонские гонки, четырехчасовая гонка, которая завершит наш курсовой гоночный сезон. Завтра легендарный «Ахматрейс». Кирилл Адыгин третий в этой гонке и первый в чемпионате в классе «Супер Продакшн». Еще один 16-кратный чемпион России. Теперь еще обладатель кубка страны. Леонид Панфилов второй. Хорошая, крепкая гонка для Леонида и бронзовые награды по итогам сезона. В этом году у Леонида было две победы, два третьих места и три вторых. Ну и Андрей Петухов выигрывает. Непростой сезон для него. Первая победа, на самом деле, по ходу сезона. Всего лишь третий визит на подиум. Но у нас Павел Климанович, триумфатор класса. Павел Климанович, который одержал победу в классе SMP TCR Russia. Павел, ну, очень своеобразные события были, особенно на последних кругах гонки. Трудно вспомнить аналогии в истории нашей серии. Как это выглядело с вашей точки зрения? Да, ну все понятно было. Хорошо, что мы в этом никак не участвовали. Мы хотели выиграть гонку, у нас были свои задачи, они решали свои задачи, поэтому, конечно, немного радости от таких побед, но все же спасибо большое команде. Вчера была не очень хорошая гонка, много работали, ремонтировали машину, чтобы сегодня выиграть, как есть. Ну, насколько вот рискованными были маневры, которые предпринимались на последних кругах? Ну, рискованными в плане чего? Ну, в плане безопасности. В плане повреждения вашей машины, допустим. Ну, вроде все контролировал, старался не лезть на рожон, но появился момент, как бы безопасно обогнать, обогнал. Обогнал и победил Павел Кальманович, победитель последней гонки сезона в классе SMP TCR Russia. Я думаю, что вот что Павел имеет в виду, что когда Дмитрий Брагин понял, что вот сдерживая соперников, это, наверное, не были проблемы с шинами, когда Брагин стал сдерживать двух своих соперников, а Атоев на уже, наверное, убитых шинах не довозил пелетон до группы лидеров, тогда, судя по всему, Брагин, ну, не с особой борьбой пустил двух своих соперников вперед, уже оттормозился и встретил там Атоева и его, собственно, убрал. И, наверное, может быть, Павел в этом смысле считает, что это не какая-то борьба такая, ну, спортивная, и он вырвался вперед, а что, дескать, может быть, его несколько пустил вперед Брагин. Но это мое предположение. Действительно, когда Павел выглядит, он вот так вот выглядит, он сейчас смеется. Вы видели его по центру нашего плана. Но он следит Панфилов. Мне кажется, в этом есть какая-то высшая справедливость, когда последнюю гонку сезона выигрывает человек эмоция. Как ты шел к этой победе и насколько важно вот на такой высокой ноте завершить этот сезон? Я считаю, что каждая победа для каждого пилота, она всегда особенная. Нет такого, что к этому привыкаешь, и этот вкус неизменно сладок. Поэтому сегодня подниматься здесь на подиум, еще и в компании трех лад, сегодня просто праздник какой-то для АвтоВАЗа сотворили. Это реально очень круто. И в первую очередь, знаете, я вот после финиша ехал, благодарил механиков. Я благодарен всей команде «Ладоспорт Роснефть», потому что если бы не эта команда, наверное, вы бы уже не видели меня в числе пилотов, а где-то механиком или тренером. А так я гоняюсь, мне вновь удается доказывать, что я хорош, в конце концов. Так как гонка как прошла? Да, супер гонка. Удался хороший старт. Я так понял, что у кого-то из Subaru были проблемы на вармапе, и поэтому задача была со старта просто увернуться от него. Было реально опасно. А дальше удалось отличную атаку провести на Макса Архангельского. Прям такая, я бы сказал, на ушах мы заезжали в скоростную связку. И все. Дальше просто надо было штамповать круги, не ошибаться. Основная задача такая была. Штамповать круги, не ошибаться и после гонки подняться на верхнюю ступень подиума. Леонид Панфилов лучше в классе Super Production. Интересно. Вроде бы Панфилов второй финишировал. Может быть, какой-то уже штраф есть, о котором мы тоже не знаем. Андрей Петухов его вручили. Сейчас давайте еще раз я обновлю тайминг. Может быть, возле подиума VIP нашего турнира почетные гости. Заслуженный мастер спорта, генеральный директор программы развития российского автоспорта G-Drive SMP. Нет, действительно, у нас Леонид Панфилов на второй позиции, Петухов первый, 207 тысячных между ними и 201 между Владыгином и Панфиловым.
основатель программы развития российского автоспорта СМП Рейсинг, президент Российской автомобильной федерации Борис Романович Ротенберг и президент акционерного общества АвтоВАЗ Максим Юрьевич Соколов. Итак, мы начинаем. Начинаем с класса Туринг. На третьей ступени пьедестала почета под наши громкие аплодисменты поднимается Егор Санин и на стейдж АГ-тим. Встречайте! Алексей Михайлович Басов вручает кубок за третье место Егору Дмитриевичу. Поздравляем! На вторую ступень пьедестала почета приглашается пилот из Санкт-Петербурга, пилот команды Twins Racing. Встречайте, Артем Слуцкий! И кубок за второе место он получает из рук сенатора Совета Федерации России, президента Федерации автоспорта Чеченской Республики Ахмада Исаевича Ахмадова. Наши поздравления! И, наконец, дамы и господа! Победитель заезда в классе Туринг Павел Кальманович, Тольятти и на стейдж АГ-тим. И кубок за первое место ему вручает Борис Романович Ротенберг, основатель программы развития российского автоспорта СМП Рейсинг, президент Российской автомобильной федерации. В командном первенстве успех в заключительной гонке сезона празднует коллектив команды и на стейдж АГ-тим Павел Кальманович, Егор Санин. Встречайте, встречайте! И кубок команде победительницы вручает президент акционерного общества АвтоВАЗ Максим Юрьевич Соколов. Наши поздравления и общая фотография в летопись российского автоспорта. Друзья мои, болельщики, дружно, громко! Ура! Спасибо большое Сергею Питерсову, нашему легендарному тольяттинскому ведущему мероприятия. Сегодня тольяттинский день. Мы видим, что ведущие церемонии награждены у нас из Тольятти, победитель у нас из Тольятти. И на самом деле база команды «Настоящий же тим» тоже находится в Тольятти. Хотя, конечно, команда татарстанская, созданная Айдаром Гузаировым, но, по крайней мере, машины младшей категории строили в Тольятти, это совершенно точно. Так что даже если «Лады» нету на подиуме, все равно у нас «Автоград» присутствует как никогда широко. Ну и теперь награждение у нас в классе Super Production. Пилот команды «Лада Спорт» На самом деле, я думаю, знаете, на стейдж АГ-тим в следующем году себя покажет. Потому что, повторю, если бы не технические проблемы, многочисленные Павла Кирмановича сайт 37, я думаю, что там было бы раза в два больше подиумов. И Егор Санин тоже разогнался в конце и очень хорошо показывал. Алексей Михайлович Басов, напомню, чемпион и в классе TCR, ну, Туринг, который назывался, да, королевский класс. И обладатель Кубка России в суперпродакшене. Вручает награду, ну, естественно, руководитель СМП Рейсинг. Победитель множества разных гонок в самых возможных дисциплинах. Ну и, кстати, Кирилл Ладыгин ответил, что тоже пилот СМП Рейсинг. И из СМП Рейсинг приезжал на подиум в Лимане. И тогда как раз Басов выступал в GT, а Ладыгин выступал на прототипе. И Панфилов второй. Напомню, человек, который несколько лет подряд был чемпионом в классе КЗ-2 в картинге. Один из таких лидеров нашего картинга, многолетний. Руководит своим картодромом в Орле, восстанавливает Эстонию 21, Трабант. Человек, который действительно и механик, и тренер, и медийный человек, ведущий замечательных программ в социальных сетях, да, на видеохостингах от «Лады Спорт». Такой, знаете, один из символов «Лады», я думаю, на долгие годы он будет в «Лады Спорт» работать. Ну и Андрей Петухов, петербургский пилот и руководитель команды «Шонс», которая построила мини-купер, которая представлена в дрейг-рейсинге, и в кроссе. И победа, первая победа для Андрея Петухова в этом сезоне. Вчера сход, сегодня первое место из рук Махмада Исаевича Ахмадова, руководителя Чеченской автомобильной автоспортивной федерации, сенатора Совета Федерации Российской Федерации. Человек, который долгие годы руководил командой Ахмад Рейсинг Тим, вместе с многими пилотами добились больших успехов. Ну и вот теперь действительно приятно здесь Максим Юрьевич Соколов, президент ПАО «АвтоВАЗ», вручает награду Владу Михайловичу Незванкину, самому
успешному пилоту в истории этого класса на трассе «Крепость Грозная», обладателю Кубка России в классе «Суперпродакшн», одному из самых успешных пилотов в истории «Суперпродакшна» и руководителю, конечно же, «Лады Спорт», человеку, благодаря которому все эти машины создаются. И в этом здесь у нас тоже есть горячая новинка «Лада Нива Спорт», «Лада Нива Легенд Спорт». Здесь у нас в паддоке также присутствует. Ну что, дорогие друзья, уважаемые новинка от «Лады Спорт». Ну что, друзья, это была последняя церемония награждения в этом сезоне в G-Drive SMP RSKG Touring. Завтра нас ждет финальный этап G-Energy SMP RSKG Endurance. Четырехчасовая гонка «Ахмат Рейс», которая закроет собой российский кольцевой гоночный сезон. Спасибо, что вы весь этот год были с нами, что вы эти два дня провели за просмотром гонок нашей спринтерской серии. Для вас весь сезон работал Антон Ширяев. Спасибо всем моим коллегам. До новых встреч на наших спринтерских гонках и до встречи завтра на «Ахмат Рейс».